Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, художниками, фотографами. Ли Миллер родилась 22 апреля 1907 года. Дочь инженера, изобретателя, фотографа, любителя. Очень странным были ее отношения с отцом. Теодор Миллер был фотографом и снимал 8-летнюю Ли полностью обнаженной. Говорят, что он прекратил устраивать такие съемки, когда девушке было уже за 20. Отец сформировал интерес к фотографии в ранние годы будущего фотографа. В 1920-х была модной моделью в Нью-Йорке. Ее фотографировал Эдвард Стейхен. Кстати, один из снимков был использован в рекламе женских тампонов Kotex, что вызвало скандал. В 1929 году переехала в Париж. Стала ассистенткой моделью Мана Рея. Начала фотографировать сама. Некоторые фотографии Рея этого периода на самом деле выполнены Ли Миллер. Вместе с Реем применяла технику соляризации. Стала активной участницей сюрреалистского движения. Сблизилась с Пикассо, он написал ее портрет. С Леонардо Кокто снялась в виде статуи в фильме «Кокто. Кровь поэт» в 1930 году. В 1932 вернулась в Нью-Йорк, продолжила занятия фотографией, открыла собственную студию. В 1933 состоялась единственная персональная выставка работ Миллер в галерее нью-йоркского арт-дилера Жульена Леви. В 1934 вышла замуж за египетского бизнесмена Али Бея. Переехала в Египет. В Каире Миллер делает фотографию пустыни возле оазиса Сива. Эта фотография вдохновила Рене Магрита в работе над картиной «Ле Бейзер», которую можно, наверное, перевести как «Лобзание», «Целование», «Поцелуй». Во всяком случае, так перевел переводчик. А в 1937 году Ли Миллер бросила супруга и вернулась в Париж, где встретила своего будущего мужа, английского художника-сюрреалиста, куратора выставок новейшего искусства Роланда Пенроуза. Во время Второй мировой войны была фотожурналистом, работала для журнала «Vogue». Была аккредитована в качестве военного корреспондента, снимала высадку союзников, первое применение напалма при осаде Сен-Мало, освобождение Парижа, лагерь Бухенвальд, Дахау. Одна из знаменитых фотографий – Ли Миллер в ванне Гитлера. После войны стала испытывать жестокие приступы посттравматического синдрома. Начала пить. В 1947-м рассталась с Азиз Беем, уже официально вышла замуж за Пенроуза. Родила сына Энтони. Кстати, тогда же мужу Миллер был пожалован титул лорда за вклад в развитие британского искусства. Так она стала леди Пенроуз. В 1949-м супруги купили ферму в Сассексе. Она стала меккой для европейского авангарда. Здесь гостили Пикассо, Ман, Рей, Генри Мур, Жан Дюбуфе, Доротея Танинг, Макс Эрнст, ну и так далее. В конце 40-х, 50-х Миллер была фигурантом расследования британской службы безопасности МИ-5 по подозрению в шпионаже в пользу СССР. Вот так вот интересно. Звезда Ли зашла еще раз, когда она в терапевтических целях увлеклась кулинарией. Она собрала несколько тысяч рецептов со всего мира, изобрела сотни собственных, прославилась пирами в своем доме за пределами Англии и выиграла несколько международных конкурсов по кулинарии. Умерла, будучи звездой кулинарии в возрасте 70 лет. Фотонаследие Ли Миллер, как крупного самостоятельного мастера, в полной мере предстало публике лишь в 1980-е годы, благодаря усилиям ее сына. Он же написал ее подробную биографию. Книга легла в основу мюзикла «Шесть фото Ли Миллер» британского композитора Джейсона Карр, 2005 год. Ну вот так вкратце немного из Википедии о американском модном фотографе, фотомодели с обложкой Vogue, военной корреспондентке, снимавшей освобождение Дахау и Освенцима, подруге Пикассо Ли Миллер. Все, всем пока, всем привет, смотрим ее работу. До свидания.